Оригинальный шотки идет на 200 вольт и 20 ампер всего, и на каждое плечо 10 ампер. Резистор тут 47 Ом. Генератор питания. Семьдесят наносекунд у него выброс. Тут это, видимо, емкость. Чем они более мощны, тем вот это побольше. У меня есть шотки на 1200 вольт, 2 ампера. Так, у него выброса почти нет никакого. Это шотки идет 1200 вольт на 2 ампера. Его поставлю. Вообще у него есть выброс, но у него поменьше. Где-то 50 наносекунд длительность. Но на самом деле тут вот нулевая точка, она вот тут вот. Почему-то она немножко приподнимается, когда через диод выпрямляю. Тут идет меандр, который идет вверх и вниз. Но так как тут диод отрубает, то получается только вверх. Вот тут где-то 50 наносекунд, то еще поменьше. Тут уже разрешение осциллографа не позволяет увидеть более детально. Вот какой выброс большой. Это не шотки диода, ну это как бы купленный на Алиэкспресс, как бы шотки диод, но на самом деле вот сколько у него всякого мусора идет. Поэтому я думаю, что это не шотки диод. Хотя он, когда я вчера проверял на этой установке, он показал хорошо себя вроде бы. А вот тут он. Этот всякий мусор, некоторые это может быть каких-нибудь блоков питания, хотя все выключено, может от компьютеров каких-нибудь или от этого блока питания. У него как-то мусора побольше. Вот 100 наносекунд клетка у него тут
Один и потом еще второй, как потом еще какой-то мусор. Колебания. Ну, где-то 200 наносекунд вместе с этим. Ну, где-то 150. Тут странно какой-то выброс. Ну, 150 наносекунд. Это где-то 50 наносекунд. Вообще не ожидал от него такого. Таки этот мусор, это был не контакт хороший, нехороший контакт был, поэтому этот мусор был, я подергал и пропал этот мусор. Вот, а с таким диодом вот такой импульс 100 наносекунд, вот три клетки, вот тут нулевая точка, вот ну вот этот ведет себя как силиконовый диод, по-моему, у него такой вот импульс. Где-то 100 наносекунд, если где-то до сюда считать. То есть 50 наносекунд. Потом такой спад идет плавный. Вот тут выключи генератор, покажу, где тут нулевая точка. Вот она. Хотя вот это показывает вот тут, потому что тут нужно калибрацию сделать. Биаст. 23, например. 15 где-то. Ну тут. А теперь примерно будет совпадать. Биас 15. Но тут это все не запоминается. Каждый раз потом на другом делении тут все по-другому будет. Вот опять. Что-то вижу, эти выбросы пошли. Вот этот мусор. Опять что-то, контакт, видимо. Подправил. Где-то 70 наносекунд.
тут где-то 100 на 80. Вот тут этот опять самый дорогой, который стоил 6 евро за 5 штук. Он самый худший. Где-то тут у меня диодный мост из них собран. Вот. Они... Вот он так сильно зашкаливает, у него тут где-то 110 наносекунд, и плюс еще очень сильный этот выброс. Вот. Он где-то наш 200 на насек. А вот ER308. Он на 3 ампера. И вот у него тоже тут поначалу 200 где-то на насекунду. До сюда, если считать. Тоже очень мощный выброс. Тут ER508. Примерно то самое, что и 308. Хотя тут он должен быть 5 ампер, а то 3 ампер. Теперь у F504. Он немножко получше. F5404 3 ампера. Вероятно, оригинальный он тоже вроде бы немножко получше. Хотя, может, не особо большой разницы нет, чем ER508. Может, немножко лучше. Вот тут поставил один F5408, он может немножечко лучше, чем остальные. Вот тут я проверил уже 3 F5408, но тут вероятно разные немножко производители. И следующий проверим ER208. Вот ER208 ничего волшебного он не показал.
F407 1000 вольт и 1 ампер. Тоже ничего волшебного не показал. То есть все F407. Вот у F5402 он показал лучший результат, но он и по даташиту 500 наносекунд, там где-то 100-200 вольт. Эти F5408 1000 вольт 75 наносекунд. Что не должен быть лучше. Вообще почти 100 наносекунд. У F5406 ничего волшебного. А вот тут как-то F5408 вроде бы. Но достаточно хороший результат у него, относительно хороший. Вот где-то 100 наносекунд, если тут считать. Он вроде бы лучший результат, чем у других у F5408. Это, возможно, более оригинальный. Такой результат какого-то диода, который, видимо, я из платы, видимо, я его из платы выпаял. Два, ну какой-то 7C. Вот еще у F4007. Вот мур 860. Там вроде бы по даташиту 60 наносекунд, но он намного лучше, по-моему, чем эти у F5408 или GR508. Вот у него вот он где-то 100 наносекунд. Тут даже меньше, чем 100 наносекунд. И не такой длинный этот импульс. Вот еще для сравнения, вот какой диод, вот эти, они вообще какие-то очень быстрые, хотя на Алиэкспресс купленные, но быстрее, чем мур. Вот какой у них маленький импульс, где-то 70 наносекунд вон отсюда считаю. Короткий, узкий такой. А я за них одну звездочку поставил. Они даже лучше, чем мой. Но правда это на малых токах, на больших токах. Может что-то немножко и изменится. На очень больших токах. Но вряд ли я там буду такие очень большие токи делать. Вот как ведет себя вот этот с короткими ножками идет, ну как бы Шоткин оригинальный, который 4 штуки 1,5 евро стоит, как бы уже попользован. Вот на синусоиде как он себя проявляет, вообще ничего почти нет, маленький какой-то пичок, вот чистенько управляет синусоиду. Так-то у него где-то 100 наносекунд и до сюда, если меандр сделать. Вот немножко хуже, чем вот те, которые я перед этим говорил, чем вот эти.
вот шутки идет. Вот тут вот такой есть. Это где-то на 100 или на 60 вольт. Тоже есть. Но это, я думаю, какая-то ошибка осциллографа. На самом деле тут этого импульса нет. Вот этот диод был. А вот другой шоткий диод помощнее, видимо. Вот у него уже какой большой этот импульс. Это вот такой диод. Сорок пять вольт, 30 ампер. На плечо, наверное, по 15 ампер. Вот еще один шоткий диод, и его плечи сдвоены. Такой. СБЛ 3045. Наверное, опять 30 вольт, 45 вольт, 30 ампер на плечо по 15 ампер, но тут сдвоено. Поэтому 30 ампер. Вот еще один шоткий диод, одна из его плеч используется. Вот 30 ампер и 0,6, наверное, 60 вольт. 15 ампер, наверное. Еще один шоткий диод. 30-40, наверное, по 15 ампер на плечо и 40 вольт. Тут одна сторона сгорела, я ее откусил. Вот слабенький шотки идет. СБ-160. Вот МБР-2060. Вроде бы неплохо себя показывает. Но он ток поменьше держит, поэтому и побыстрее. Это, видимо, емкость какая-то. Вот это, видимо, 60 вольт и 20 ампер, 10 ампер на плечо. Вот 40 вольт диод, ну, тоже на 10 ампер, но почему-то у него хуже параметр. Ой, вот 40 вольт, 20 ампер, 10 ампер на плечо. У него импульс похуже, чем у того предыдущего. Вот. На 200 вольт. 20 ампер, кажется, идет. Одно его плечо попробует, другое поставить. На другом немножко похуже, но там было 50 наносекунд. Ну, примерно то самое. Я теперь покажу, что это за диод. Это шоткий диод на 200 вольт и 20 ампер. МБР-2200 ЦТ. Это 10 ампер на плечо и как бы очень хорошо показывает. Может, все подгоревшие что-то. Еще один шоткий диод.
ВПНС, наверное, компьютерного блока питания. Кажется, на 60 вольт. Вот N4148 вообще ничего не показывает. Вот тут он на самом деле есть этот выброс, но он такой короткий, что мой осциллограф его просто не фиксирует. Вот диод от микроволновой печи. Вот у него выбросы вообще очень большие. Вот как вниз они идут сильно. Вот еще какой-то флегмодиод на P600 КДЦ. Вот у него выброс тоже очень большой. Что там вниз так далеко идет. А вот тут диод 200 вольт, 200 наносекунд, но на самом деле он показал лучше себя, чем ЕРА и чем УФ5408. У него где-то 100 наносекунд. Такой диод. У меня он тут был подписан, что 200 вольт, 200 наносекунд, но на самом деле он намного лучше. Вот сравнение ГЕР 508, 5008. Нет, ГЕР 508.